Здравствуйте, Мем. А то сегодня мы играем в Proton Bus Simulator. Да, решил уехать с Москвы, но приехал в Зеленодольск. И сегодня мы покатаемся на Paz Vector Next двумя дверями. Вы такие, а где-то я его достал. Ребят, если что, посмотрите мое видео, где устанавливать моды. Я вам говорил, в каких телеграм-каналах можно, и вы там его найдете. Маршрут у нас 007. Установим, давайте, колхоз. Диски. А, выдвигающийся пандус. Канди, ну, не понадобится таблички. Ну, ладно, давайте. Флажки, шторки. Не, ну, у нас точно не газовый. Ну, давайте, выведет канди еще. Салончик тот же самый век, да, от того еще опад вектора, который тут есть. Маршрут у нас 191. Ну или, короче, будем следовать указателям. Ладно, поехали. Давайте немного пододвинемся. Тоже. О, всё. Еще знаю, какой нам. Подъезжаем. Не знаю, ребят, люди штурмуют в две двери. В автобусе. Сейчас посмотрим. Не, все штурмуют в переднюю дверь. Хотя... Не, не, все в переднюю дверь выходят задними. Так что давайте закроем ее. Все, народ, как понимаю, вошел весь, да? Придется делать разворот. Я тут гонял еще на газельке. Хочу сказать, люди как-то неохотно выходили. Вау, нифига себе резвый. Данный падик. С маршрута, я как понимаю, у нас 191 или 007, но если на табличке. Будем, короче, следовать по 191. Или не, не, 007 должен быть. Ну, короче, вот сами выберем сейчас маршрут себе. Но я выбираю от 007. А нормально тут светит фары? Сейчас едем на дорогу. Ой. И хотя сейчас день, то смысла не знаю. Таблички 191. Ну... Дальше некуда, придется ехать по 191-му. Потому что он только там ездит. Дэвид, я еще отключил то, что пассажиры ругаются из-за чего-то. Теперь у нас будет всегда рейтинг, если только врежемся в кого-то. Так. Давай, заходи. Если сейчас хочу посмотреть по салонному зеркалу, там еще сидят, есть сидящие. Не могу там заявить как-то, что, там страшно, все, нет сидящих. Не, есть. Еще. Пока сидят. На задней площадке, если что, у нас есть инвалидная, на которой будет куча места.
остановка в поселке Коралл. Поворачиваем вот сюда. Кто-то вышел. Ну, из пазика точно... О, они уже стоящие есть сзади. Но они только сзади. Не, и там в салоне не... Зеркало врет немножко. Салон, ну ладно. На борт мы возьмем всех. А, спасибо. Спасибо, он пропускает нас. Все, выезжаем из поселка, железнодорожный переезд. И сразу же после него остановка. Еще все заходят, смотрите, еще нет такого, что кто-то не вошел. Но мне кажется, ребят, если бы мы взяли все-таки автобус ПАЗ 3203, который у меня скачан. Ну или какой-нибудь все-таки ЛиАЗ, может, они бы ходили как-то охотно. Ну, только вопрос, куда нам девать ЛиАЗ. Я не знаю, нам давайте заедем. Заедем вот на этот вокзальчик. Я не знаю, просто пассажиры будут ходить. Это же все-таки не моя остановка, а остановка маршрут 2001. Ну... Бам! А бордюр улетаю. Кот, но... Ай. Нет, ребят, я не планирую переснимать по новой. Да. Здравствуйте, кому надо? Слушайте, мы так набьем нашу маршрутку. Уже народа куча, но не, все равно. Набиваем. А что у нас по маршрутной системе нам предлагают? Срочно нужны деньги? Не, я не рекламирую кредит. Тушинское село, чисто... Вот. Ну, ёшкин кот, эти автобусы, вот эти, даже спринтер вот этот, и солярис, и все тут, и вот это, за текстуру, оно нереальное. Ты в него врезаешься, хотя у меня разрешение без коллизий. Я, ребят, вообще молчу, то, что мы не можем найти свой 190 маршрут. А, хотя не, мы едем по нему. Ну, ребят, если довериться этим указателям, то можно и проехаться по ним. Проедемся в следующей серии на первом маршруте автобусном. Открывай. Все, уже набили пазик окончательно. Так, окей. Хватит. Угу.
О, вот, ребят, поворот. Поворот 191-го. Что войдет? Кто войдет? Из самого конца войдет. Не, ну конечно, груз передачи тут не такой, на как. Тут все-таки груз передачи, он какой-то все-таки неверный. Все-таки такой нужно стоять пас 32054, на котором мы катались. Теперь у меня вопрос. Кому этот знак принадлежит? Никому. И нам только догадываться. Ну, мне, ребят, кажется, все-таки мы куда-то сюда должны. Ну, если что, ребят... У меня открытая дверь водительская. Окей, тогда народ заходит к нам. И следующее уже, я думаю, будем делать конечную, потому что, ребят, так мы не разобрались. Я делаю 191 маршрут. Я тут знаю кое-какое разворотное кольцо. Мы задели машину. Они все они сделаны не игрой, а ими. Так, простите, народ. Не, я не буду на этой остановке останавливаться. Все, приехали. Ну ладно, ребят, конечно, поездка не сильно удалась, но все-таки. Мы смогли на нем доехать хотя бы до куда-нибудь. Так что ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.